Да, добрый день. Да, добрый день. В Полтаве Инфо вопрос. Да. Скажите, кого вы видите следующим мэром города Полтавы? Я думаю, что это должен быть человек, который точно победит Мамая. И который может гарантировать, что городской совет не превратится во второй Верховный совет Украины. Где не будет распри, где не будет этих всех противоречий, проблем и так далее. Именно вы не можете пока сказать? А это нужно смотреть. Мы сегодня делаем большую социологию, будем делать ее до последней недели перед выборами. Вот. Более того, я вам хочу откровенно сказать, я не исключаю собственное выдвижение. Если я увижу, что ситуация сложилась таким образом, что Полтаве угрожает серьезный политический кризис, я приму решение от такого кризиса Полтаву защитить. Посредством собственного выдвижения, как вы понимаете, я с вероятностью 99 999 тысячных побеждаю в этих группах. Понятно, спасибо большое.